Часик рада, чифер сладости, коны, продолжаем отвечать на ваши ломовейшие вопросы. Если у вас возник вопрос, задавайте, все ссылки в описании, как всегда. Итак, Хикан, привет. Девушка 21 год. Есть парень, 2 года вместе. Когда я гуляю со своим МЧ, молодым человеком, если перед нами проходит тёлочка с огромной жопой, он пялится прямо у меня на глазах. Меня это жутко бесит. У меня с фигурой норм. Вопрос, почему мужики смотрят на других тёлок жопы? На других тёлок жопы, когда рядом твоя девушка. Мне больше нравится МЧ, мужской член. Ой, Дени, ну что тут можно сказать? Давай, как всегда, эксперт. Почему МЧ спялится на чужие жопы-то? Мы уже не раз обсуждали, что мужчина это вроде бы как охотник. У него как бы есть инстинкты обслужить. Да-да, как можно больше. Большое количество. И поэтому он ходит, ну как бы подсознательно выискивая, ну... Потенциальную самую, да, жертву для обслуживания. Собственно, в этом-то и все. Тут очень все коротко можно ответить. Вот, блин. То есть он, возможно, даже не как-то нарочно, чтобы тебя там, вот смотри, вот я смотрю на чужие жопы, чтобы ты смотрела, как я смотрю. Нет, совершенно не так. Это происходит инстинктивно. Да, это просто на уровне инстинктов. Ну, тут даже, вот, пожалуйста, тебе Хикан сидит, подскажет, что идет, и просто ты рефлекторно бамц на чью-то задницу. И у тебя мысль, как там поп-сообщение всплывает в мозгах. Пам, ну, можно было потоварить, например. Неплохой тузец или попчанский. Хотя абсолютно не хочешь этого делать. Не знаю, это просто природа. Это игры природы с твоим... Вернее, не игры природы, а игры гормонов с твоим головным мозгом. Вот, у меня есть по этому поводу тоже комментарий. Я помню, когда-то у меня была девушка, да, она была очень худенькая, вот, стройная. И мы как-то с ней, ну, шли по центру. И постоянно, когда мы с ней шли, вообще выбирались куда-то, она так идет, типа, эй, Хикан, локтем так, эй, смотри, какая тёлочка, говорит, смотри, какая у нее жопа, говорит. Вот, ну, была бы я мужиком, я бы с такой бы там... Жохан-шпохан того строил, говорит, вот, блин, ну почему, типа, у меня не такая, или, ну, она сиськи там вообще был больной вопрос, например, говорит, вот эта тёлочка, говорит, вот это Вася, да, что ты гонишь? Это так, конечно, утрирую, ну, не знаю, у меня с этим вообще вопрос никогда не было, то есть, ну, она же прекрасно поймала, что... Как есть, да, там, на пикап-форумах тебе скажут, а когда ты подходишь знакомиться с тёлочкой, она уже там буквально сколько там, 30 секунд или меньше, она уже знает, то есть переспит она с тобой, да, или нет. Она определяет. Вот, да. И ты тоже, да, подходишь, думаешь, вот нормальная тёлочка, где не говорит туз, хороший, да, ты определяешь, ты включил свой там зрительный анализатор, все анализаторы включил, посмотрел, да, вот эта тёлочка тебе подошла для совокупления, например, для продолжения рода. Тут, блядь, опять все сводится к инстинктам. Вот и все. Это ж... Ну вот помнишь, как Обама как-то засмотрелся на одну там на бразильскую телочку, на ее задницу. Она что-то проходила, он такой, нихера себе. Его типа за это осудили. Ух, Обамка! Ух, чмо! Ох. Да это инстинкт, что пошумать. Вот, у Обамки не было выбора, то есть это не он смотрел, это его гормоны смотрели. Пойми, вот твой этот МЧ, с которым... Молодой член, мужской член, да, молодой человек. С которым ты идешь, он не пытается как-то унизить тебя ни в коем случае. Ни в коем случае. Вот ты же не обижаешься, вот опять же вспомним там программу, да, там Photoshop, например. Ты же не обижаешься, что эта программа, ты там редактируешь фотографии, например. Ну да, она что это этого... на программу ж не обижаешься, что она тебе делает красивее, убирает прыщи, там красные глаза, клевой нос, ну, в конце вот, концов. Вот, у нее это заложено, это программа такая. То же самое у мужика. Вот он идет, раз... Он, ну, невольно так, ну, жопа, вот, да, отлично, все, да. Ну и пошел. Он же не набросился на нее, там, не побежал. Эй, чипеш! Там. А ну давай, раздвигай булчанский. Багажник-то у тебя какой, я вот сейчас в попчанский бы ее, да, оприходовать, например. Да. Гермиону в тамбуре оприходовала, там толпа пьяных дембелей, да? Да.
Так что даже не парься, это происходит на инстинктивном уровне, так что если бы твой МЧ хотел бы уйти от тебя, он бы, наверное, и ушел бы. Вот-вот-вот и если все. Если бы ты и впрямь хотела уйти, я бы тебя и держать бы не стал. Какой не стал? Бабу надо держать! Баба любит напор! Шнурок! Сашок, вот да. Из дальнобойщиков вам. Да, косплей, например, Иваныча. Так что, я даже не знаю сказать, ну, ты как-нибудь на досуге-то полистай, не знаю, книжечку по биологии, например. Там все написано. Мы же далеко от животных не ушли. Это так, где-то по телевидению там или какие-нибудь охуенные стендап-комики вам будут рассказывать, какие мы в космос скоро полетим. Но мы от животных недалеко ушли. Нет. Ну, разве что вторая сигнальная система. Тут, конечно, согласиться надо. Так что, подводя итог, говорю, это просто не он смотрит. Это за него, это инстинкт его заставляет. Во, смотри. Какая у этой чипихи задница. Не смотри, а... Сори. Дыбай. Зырь. Так что не парься, все будет нормально. С вами был Хикан, Денчик. Ставьте классы, ребята. Подписывайтесь на наш канал. Донатите нас бабули на бич-пакеты. Заказывайте рекламу и сигны. Слава, канал Бабули Слава. До новых встреч. Пока. Компуктер.